Camila Moldova, nu știu. Da, am Frămășov. У нас тепло, ну, типа того, да. Открой глазки. А что, я сплю, что ли? Да, с молдовянка. Когда ты говоришь на итальянском, тебе говорили, что у тебя есть акцент или нет? Да. Ты вернешься? Я постараюсь вернуться. А где твой дом? Здесь, на улице. Думаю, что что-то менять себе, да. Женя уже в Москве, да. Ну, типа, встречаемся и, типа, общаемся, не знаю. Ну, вернусь на проект, не знаю, когда. Плохо слышно. Я не знаю, почему плохо слышно. Чем занимаешься по жизни? Хожу... Чем занимаюсь я по жизни? Хожу по ресторанам и бухаю. Как ухаживаешь за волосами? Никак. Мою их каждый день. Я, ну, надеюсь на то, что вы увидите меня на прессе. С бывшим поддерживаешь общение, ну, дружеские общения. Кристина, третий раз спрашивает, ты цыганка? Да, третий раз отвечаешь, что я цыганка. Ma che Coca-Cola? Ma sì, ma è la femmina. Dai. No, 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 uno Aperol e uno Campari. Ma sì. Eh sì, l'acqua naturale allora. Dai. Un Aperol e un Campari. Per me Campari, per lei Aperol. Grazie. Io rimango con la Coca. No, l'acqua fa ruggine. Покажу маникюр. Дай, покажу. Сейшельский маникюр. Мне аж стыдно. Где ромашка? Ромашка на ББ, думаю, не знаю. Ты готовишь или ешь в аутсайде? Я заметила, что итальянцы, французы не особо готовят. Нет, я не люблю готовить. Где лучше жить, в Италии или в Москве? В Италии, конечно. На итальянском. Ты не хочешь спросить у Стэц, как она попала в Россию? Я знаю, как она попала в Россию. Поиграй со мной, потанцуй со мной. Как мне злиться, кто расспрашивает, как... Все, Шиза написал. Все, Шиза.